Мы продолжаем проект «Моя вершина». Вчера побывали на горе Куштау, а сейчас направляемся в сторону Шихана Шахтау. Точнее, то, что от него осталось. Разработка началась в 1951 году, и менее чем за 70 лет Шихан, самый крупный Шихан из всех четырех Шахтау, превратился в карьер. Но 70 лет – это было с учетом тех темпов разработки. С учетом сегодняшних темпов и объемов добычи известняка Шихана Куштау хватит только на максимум 15 лет. А хотя ведь существует альтернатива известняку. Да, есть технологии, по которой работают у нас в Сиритамаке. Это сольвы, она родом еще с 19 века, когда идет простой принцип сжигания известняка в печах для получения СО2. И, по сути, нужен на самом деле СО2, не известняк. И этот СО2, грубо говоря, пропускают через соль, добавление там дополнительных компонентов. Есть технология HOW, более современная, там уже не нужен известняк, там они улавливают СО2 с предприятий, с промышленных отходов, и она полезна тем, что помимо того, что мы не трогаем известняк, мы еще и уменьшаем отходы предприятий, отходы углекислого газа. А так как в нашей республике таких предприятий предостаточно, то это могло бы решить сразу две проблемы. Есть такое месторождение в Учелинском районе, называется оно Мансоровское месторождение гранита. И когда его только обнаружили, некоторые не совсем компетентные люди, они думали, ну все, мы сейчас это все раздробим и пустим на щебенку для отсыпки дорог. Ты, наверное, видел этот мансурский гранит, точнее, точно видел. В Уфе у молодежного театра такой огромный шар гранитный, серого цвета стоит, красивый. Да и много облицовка в Уфе тоже из этого гранита. Так вот, облицовка, она где-то раз в 30 дороже стоит, если брать тонна облицовочного материала и тонна щебенки. Облицовка в 30 раз дороже, чем тонна щебенки. То есть, по сути, это было просто изначально запланировано нецелесообразное расходование средств. Вот. И здесь... Если мы пустим этот известняк на сжигание, это примерно аналогичная ситуация будет. Поэтому, перефразируя слова Менделеева, сжигать шихан ради известняка все равно, что топить печь ассигнациями. Когда менің шихандар элек дүртеу болса, қазір өсеу ғына тұрып қалды. Хәр бір шиханның өзінің тарихы бар, өзінің яқшы яқтары, өзінің пайдалы яқтары бар. Хәм шыға көрі геопаркқа Куштаудыла кіртеу, хәм шылай оқ әлігі разработқа ішленілген Шахтаудыла геопаркқа кіртеп, оның ЮНЕСКО исем астында хакланха бик шәп болар ине. Куштау әле кеше кулы тимәгән, әмма ләкин иң зур әһәмиәткә ия булган тауларның береһе. Ул хузунлыгы буенча ла һәм бейеклеге буенча ла Сертамак тирә-ягындагы авылларды, каланы төрле хафалардан һаклап тора. Беренсән елден хаклай, икенсе төрле-төрле урагандардан куткара һәм һау хаклагыстарды хаклап алып кала. Ул халык өчен зур кумартка булып тора. Чөнки Тратаудала, Йөрәктаудала, Куштаудала борын замандан ислам дине барлыкка килгәнгә тиклем үк монда күренекле кешеләрдә замандагы кешеләрдә тауга йерләр булганнар. Һәм аларда әүлия дип атаганнар. Һәм әүлияләр каберлекләре бар.
вот как мы приблизились к финальной горе нашего похода, гора Таратау, то в курсе, что она является культовой для республики, особенно для ишимбайцев. Она расположена на флаге Ишимбайского района. Сюда часто приезжают туристы, даже вот мы можем видеть, что сегодня, в выходной день, здесь их очень много, и они сбираются на гору. Но я тебе скажу, даже она культовая не только для нашей республики. На самом деле она имеет большое значение, как и остальные шиханы, для всего мира. Например, в прошлом году сюда приезжали два профессора из Германии. Мы им показывали геологию шихана Таратау. Они остались вообще в восторге от того, насколько это уникальный объект. Как часто тебе приходится со студентами восходить на горы? Ну, каждый год во время летней геологической практики на Урале мы поднимаемся на небольшие хребты. Вот, а так студенты вообще мне сейчас очень нравятся. Они более свободно мыслящие, очень быстро воспринимают новую информацию и не верят всему, что слышат, а умеют анализировать. Это очень хорошее качество. А по сравнению с кем? Допустим, ты когда был студентом? По сравнению со мной даже, например, я не так быстро воспринимал информацию. Поэтому в целом вот эта вот свобода мышления, она очень, очень важна. Мой прадед, он был геолог, тоже горный инженер, окончил Томский технический институт и работал на Алтае, затем в Москве. Очень был хорошим специалистом, но летом 37-го года пришли ночью, его забрали. А 31 декабря этого же года его расстреляли. Семье сказали, что просто он сослан в лагеря на 10 лет без права переписки. То есть не знали вообще его судьбу. И только в 56 году его реабилитировали, сказали, что, извините, это была ошибка. Мой дедушка рассказывал, он был сыном врага народа и тоже стал геологом. Он рассказывал, что вот когда ты идешь по улице, если вдалеке тебя видят друзья, знакомые или дальние родственники, большинство просто переходило на другую улицу, чтобы только не поздороваться. Страх, он действительно нас пропитался. Я согласен с мнением Юрия Дудя, что в его фильме «Колыма» — это родина нашего страха, образно говоря. Вот этот страх и потом связанное с ним безразличие. То есть меня не трогают, значит, нормально. То есть вот то, что происходит с шиханами, это тоже своего рода вызвано и страхом, и безразличием. Очень хорошо, что у нас большая часть общества высказывается, общественники не молчат и пытаются защищать шихана. Но хотелось бы, чтобы все-таки еще больше людей высказало свое мнение хотя бы в соцсетях о том, что это наше наследие, его нужно беречь. Сейчас растет новое поколение, которое понимает, да? И, надеюсь, в будущем они не только на словах, а когда станут уже людьми, принимающими решения, и на деле будут защищать, отстаивать наши природные вечные ценности. Да, конечно. То есть большая надежда на поколение молодое, как говорится. Хочешь предсказать будущее страны, посмотри на молодежь. Поэтому я считаю, что у нас очень хорошее будущее, смотря на ту молодежь, с которой я работаю в Башгосуниверситете. И вот та же история с репрессиями, когда через года понимали, что была совершена ошибка, надеюсь, что нас сейчас сразу же придет осознание и не совершать те ошибки, которые были сделаны, например, в Шахтау. Да. И мы сможем сохранить и, применяя новые современные технологии, развиваться в правильном русле. Ну что ж, мы на правильном пути тоже находимся. Нам осталось немного чуть-чуть, давай пойдем. Привет. И скоро будем на вершине Таратау. Очень символично, что здесь у подножия Таратау есть бараки бывшего гулаговского лагеря, который в конце 40-х, в начале 50-х здесь существовал. Там добывали известняк с этой горы и жгли его в печах, чтобы получать известь. Как раз отсутствие нашей свободы мышления может привести, что снова мы будем добывать этот известняк и жечь его в печах. И опять повторять те же самые ошибки. Да.
Живые шиханы обладают своей философией. Эти горы в одночасье могут сделать чужих людей своими, для которых счастье не в материальных вещах, а в вечных ценностях, таких же, как эти горы, которым 300 миллионов лет. Ходите в походы, поднимайтесь на шиханы, берегите родную природу и изучайте окружающий нас мир. К этому и призывает удивительная наука – геология. Моя вершина! Встретимся в горах и на живых шиханах – Торатау, Юрактау и Куштау. Увидимся! Шиханы будут жить! Шиханы будут жить! Шиханы будут жить! Будут жить! Шиханы будут жить! Шиханы будут жить! Шиханы будут жить! Будут будет жить, Юрактау будет жить, Куштау будет жить, будут жить.